Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я вам покажу типичные проблемы книголюбов, книгоманов, читателей. Надеюсь, вам понравится. Так, какую бы книгу выбрать? Но почему так сложно, боже мой? Чего в этом сложного? Блин, я все уже перечитала. Стоп, нет, эту я не читала и эту не читала. Сложно. Боже, что делать? Спасите, помогите кто-нибудь. Так, надо спокойно подумать. Нет, не получается. Так, очень интересная книга или не очень, боже мой. Блин. Хоть бы она не кончалась, пожалуйста, прошу. Но у меня еще куча книг. Жизнь, боль, боже. Так, давненько я книжки не заказывала. Так, заходим в мой любимый лабиринт. Так, сейчас посмотрим. Какие же книги я буду заказывать? Черт, будет очень сложно выбрать. Эх. Сколько? Сколько они стоят? Вы что, издеваетесь? Господи, это же копить целый год. Боже, за что? За что, Господи, спаси? Господи, свались на меня счастье. Боже. Я же не смогу спокойно заснуть. Господи Иисусе. Самое время проверить почту. Может, мне кто-нибудь написал какой-нибудь комментарий? Так. Сейчас посмотрим. Что? Библионочь? Скидки 20%? Побежала заказывать скорее. Ты что, дурак, что ли? Ох, наконец я забрала заказ. Господи, надо их все разойти. Так, лежать. Так, сейчас посмотрим, куда же их поставить. Так, это сюда. Нет. Вот это сюда, это не сюда. Это сюда. Да, отлично. Хорошо лежит. Так, это сюда. Заранее присмотрели место. Так, эти вот сюда к этим. Отлично, все хорошо входит. Так, давай. Так, эти вот сюда. Стоп. А эти я куда поставлю? Так, почитаю перед сном. Говорят, успокаивает. Оп, блин. Так, нет, стоп, читать. Еще одну главу, и все, и я смогу спокойно поспать. Подожди. Что там? Господи. Так, нет. И с вами была Ксения Кузнецова. Читайте книги, любите книги, смотрите меня. Всем пока!